Внешний вид автомобиля – это своего рода визитная карточка его хозяина. Если машина неопрятная и имеет увядший вид, то железный конь явно не в почете у владельца. Конечно, многое зависит от интенсивности эксплуатации машины и климата, но с помощью современных технологий можно сохранить и внешнюю, и внутреннюю отделку в первоначальном виде не на один год. В 20-х числах июня в Киеве открылся первый в Украине детейлинг-центр по обслуживанию автомобилей и мотоциклов, а также частных самолетов и яхт. Презентация, состоявшаяся на Днепровской набережной в детейлинг-центре Icon Car, собрала не просто автовладельцев, а известных широкой публике людей, которые тщательно следят за своим имиджем. Поэтому инновационные услуги в сфере ухода за транспортными средствами вызвали немалый интерес. Сооснователь центра Сергей Головченко, общаясь с гостями презентации, отметил, что реализация данной идеи стала реальностью благодаря единомышленникам, а с тонкостями процесса детейлинга знаком на личном опыте. Этот бизнес создавался на базе мечты, наверное. Это была мечта пройдена от того, когда я сам начал это все, когда я сам полировал, сам чистил, сам относился так к машинам. Через какой-то период времени я нашел людей, которые были с такой же идеей, с такой же мыслью. Мы объединили свои усилия и сделали вот такой продукт. В процессе детейлинга применяется огромное количество разнообразных материалов и инструментов, в основном предназначенных только для профессионалов. В результате автомобиль будет выглядеть новым, а иногда даже лучше, добавляется блеск, защитные свойства. Кроме рассказа о свойствах защитного покрытия, гостей ожидал и своего рода тест-драйв. Как оказалось, обработанная поверхность выдержит не только обычную грязь, но и даже ведро краски. В тестовом режиме Icon Car уже принял около 80 транспортных средств, 9 из которых получили максимальный комплекс СПАС с гарантией защиты покрытия на целый год.